Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами поговорим об новинке компании Oriflame, о долгожданной новинке. Это патчи для кожи вокруг глаз и также для лица. То есть они предназначены для всех участков лица, где возникают морщины. Например, межбровная складка, надбровная, носогубные складки. То есть везде, где есть ярко выраженные морщины и сухость, можно носить эти патчи. И код патчей 35916. У меня в руках три упаковки, потому что в каталоге номер 9 идет выгодное предложение, и если брать сразу три, то цена получается ниже. Три упаковочки мне обошлись 399 рублей всего, а одна стоит 179. Цена достаточно высокая. Давайте их рассмотрим. Каждые патчи, то есть пара патчей, идут в отдельной упаковке герметичной. Есть специальные линии разрыва. Вес патчи всего 5 грамм. Давайте посмотрим, что внутри. То есть почему я говорю о весе? Дело в том, что удобно брать с собой маленькое, легкое и вот так вот герметично упакованный продукт. Вскрываем, смотрю, что внутри. Так, здесь запакованы, и в пакете также жидкость. То есть они еще отдельно запакованы в пластиковую такую тару, и еще немножечко жидкости я вижу в самом пакетике. Так, как же их открывать? Делаю все вместе с вами в первый раз. Я очень давно хотела патчи от Oriflame, потому что я знаю, что патчи очень хорошо работают. Ага, вот, они открываются очень достаточно просто. Та-дам! Вот такая вот упаковочка. Итак, что же в этих патчах такого интересного? У них невероятно крутой состав. Ну, во-первых, гиалуроновая кислота, она доставляет влагу в глубокие слои кожи. Ниацинамид укрепляет, осветляет кожу, и масло шиповника тоже питает, укрепляет липидный барьер. Экстракт календулы успокаивает и омолаживает кожу. И очень хочется их быстрее попробовать. Я буду носить на разные зоны. Один патч я положу под глаз, а второй вот на эту зону, где у меня межбровная как раз морщинка, и над бровью. У меня почему-то над одной бровью именно идет морщинка. Так, достаем, извлекаем. Ой-ой-ой, как это интересно. Есть тут пленочка такая вот беленькая, мы ее убираем, то есть снимаем патч с этой пленки. Сейчас еще надо разобраться, как это делать. Вот, нашла. То есть все очень просто. С краешку снимаем. И у нас получается еще одна пленка. Ага, вот так вот. То есть они между двух пленочек. На ощупь это просто очень гладенький, приятный такой, ой, патч. И как его правильно приклеить? Так, вот так, на эту сторону получается у меня пойдет. Я отступаю немножечко от нижнего века, вот так вот, от ресничного, так скажем, пространства, и приклеиваю. Ой, как приятно. Слушайте, он очень легко приклеивался. Я, кстати, пробовала патчи, брала одни корейские, и одни мне присылала компания Riche на обзор. И вот что я заметила, они все стекали. То есть я их наношу, все хорошо, и через какое-то время патч начинает сползать у меня вниз, и естественно мне это уже не нужно. Слушайте, он отлично зафиксировался, очень быстро и легко. Такой приятный, мокренький, влажный. А второй давайте нанесем как раз вот на вторую зону. Так, сейчас я их снова найду, как открывать. Не могу сказать, что это удобно, вот я уже вся перемазана в этих патчах, но, конечно, я же буду делать это в ванной, в удобных условиях, а не вот сейчас вот перед зеркалом, согласны? И тогда мне все эти вот вещи будут казаться простыми, простыми. Так, а у меня получается, есть с одной стороны шершавенькая такая часть, а с другой гладенькая. Вот я так понимаю, что гладенькой нужно приклеивать на кожу. Тогда вот так придется перевернуть на морщинку и вот сюда. Ой, какая прелесть. Я когда прочитала состав, я поняла, что я хочу ими пользоваться постоянно, каждый день. Я хочу молодости, красоты. Мне кажется, каждая девушка хочет,
чтобы как можно дольше кожа сохранялась такой упругой, свежей, красивой, молодой. И вот смотрите, несмотря на то, что я болтаю, я много говорю и двигаю лицом, у меня патч не стекает, то есть он крепенько взялся, прям схватился. И что я заметила, он огромный, то есть по сравнению с теми патчами, которые я пробовала, они были поменьше значительно, а этот так хорошо всю вот эту зону захватывает. Идет легкий холодок, я прям чувствую охлаждающий такой какой-то, по коже идет охлаждающее ощущение, очень приятно. Ну что, я с вами прощаюсь на 10 минут, больше 10 минут не рекомендуется держать патч, иначе он высохнет и будет уже как бы коже некомфортно, наоборот, как бы весь эффект патча на этом мы как бы перечеркнем. Поэтому засекаем время, и если у вас даже быстрее вы почувствуете, что он высох, лучше его сразу снять, а дольше держать уж точно не нужно. Давайте использовать рекомендации, которые нам дает производитель. Все, скоро увидимся. Та-дам! Итак, прошло 10 минут, давайте вместе снимать эти гидрогелевые патчи. Я еще забыла вам сказать, как их рекомендуется использовать: или 3 раза в неделю, то есть в принципе через день можно их использовать, или как средство СОС, например, устали, не выспались, или, ну не знаю, плохое самочувствие, видите, что как-то кожа выглядит не очень свежей, то можно использовать эти патчи как раз. Ну что, давайте снимать. Первый я какой носила? Под глаза. Убираю патч с глаз, легко снимается, он у меня еще, кстати, остался влажненький, не высох весь. Прям вот видно, вот тут вот мягенькая кожа, а здесь немножко сухо, сейчас я вам покажу. Вот он еще остался влажный, то есть он совсем-совсем не высох. Патчи мы не храним, мы их выкидываем. И самое интересное, потому что самая крупная морщинка между бровей как раз. Сейчас мы посмотрим, как с этой морщинкой справился. То же самое, сняла, еще немножко влажный. Итак, ну морщинка, естественно, она еще осталась. Ну не такая уж прям она жесткая, но все равно, конечно, она есть, она столько лет у меня формировалась, да, и чтобы сразу ушла, это нереально. Итак, давайте рассмотрим вот под глазами. Если я вот так сильно щурюсь, например, да, на солнышко или улыбаюсь, то тут появляется сеточка морщинок, и на этом глазе ее меньше видно, это просто очевидно, я даже стихами заговорила. Да, ну конечно, все равно морщины невозможно стереть просто вот так вот взять и снять, но я знаю, что если регулярно пользоваться средствами специальными, которые направленного действия, то эффект будет обязательно, и я буду пользоваться. Сейчас я сделаю через день еще раз, потом еще раз, и закажу себе еще 3 точно, а может быть даже больше, потому что я считаю, что это, для меня это классное средство, отличный продукт для того, чтобы быстро привести себя в порядок и освежить кожу. По ощущениям, вот смотрите, производитель вот не пишет, смывать или не смывать, но обычно, вот я не вижу в каталоге такой информации, но обычно мы всегда смотрим по ощущениям, и если я говорю про свои ощущения, то мне смывать не хочется, у меня нет такого ощущения, что там стянутость, тяжесть какая-то, то есть у меня все легко и хорошо, очень даже приятно. Супер, глазки засияли, один глаз засиял. Ну что, я вас благодарю за внимание, надеюсь, вам этот обзор был полезен, если да, ставьте лайк, и если вы уже сами попробовали патчи, напишите ваши результаты и ваши впечатления, для меня это очень важно, я думаю, и для других зрителей тоже, потому что мы обмениваемся друг с другом опытом, впечатлениями, чтобы уже знать, кому рекомендовать средство, как оно сработает, на каком возрасте, на каком типе кожи. Вот на мне это сработало просто отлично, у меня впечатления вот такие классные. Всего доброго вам, пока-пока!